Эти 35 миллиардов мы будем тратить на энергетику, на защиту, также на бомбоубежище для детей в школах, садиках, университетах. Это большой для нас дефицит. И на оружие, прежде всего, отечественного производства. Дроны и ракеты наши сегодня поражают врага, и они дешевле, чем у наших партнеров. Но мы благодарны партнерам за то качественное оружие, которое они поставляют. Поэтому часть денег мы готовы тратить на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве.